вот там река, она идет вдоль дороги, дорога идет вдоль реки, она, эта река сильно расширяется. Река называется, сейчас, секунду. В общем, проезжая с такими видами, можно сказать, что это Швейцария с минаретами. Едем вдоль реки, которая называется Неретва или Неретва. Мотоциклисты еще пытаются обгонять, вылазят на встречную, с ума слетит. Гребут на веслах. Вау. Вау. Даже не комментирую, просто нужно визуально это наблюдать.
Это мы, по-моему, уже заехали в Герцеговину. Херцеговина, как они говорят. Такая вот фиговина. Точнее сказать, не фиговина. Электростанция, ну, в смысле гидро, наверное, скорее всего. Ну, возможно, я ошибаюсь, надо будет потом по карте смотреть. Я заранее весь этот маршрут, конечно же, детально не изучал, поэтому многое новое мне попадается, открываю, в общем, абсолютно новые, неожиданные объекты. Подъезжаем ближе к этой, к Мостару. Видим, такая длинная череда гор, такая более-менее равнина тут. Там вот заметил такие ветряки.